Более 100 лет тому назад в Эссене появилась ярмарка, которая не хотела быть простой рыночной площадью. Здесь должны были встречаться люди, здесь каждый должен был иметь возможность устраивать презентации, обмениваться идеями и опытом, заключать сделки. Тогда еще никто не предвидел, как стремительно будет развиваться этот регион. В сердце большого города и в окружении зеленых оазисов в одном из крупнейших региональных центров Европы расположен выставочный центр Эссена. Ежегодно 1,4 миллиона посетителей из 150 стран находят здесь идеальные условия для проведения ярмарок. Международные выставки «Reise und Camping», «Эквитана», «Шпиль» и «Модехайм Хандверк» из года в год привлекают внимание примерно 1 миллиона человек. Ежегодно автолюбители отправляются на Essen Motor Show, чтобы восхититься спортивной индивидуальностью. В 2012 году на этой культовой ярмарке был зарегистрирован 12-миллионный посетитель. E-World, Schweißen und Schneiden, IPM, Security и еще 7 других специализированных выставок мирового значения демонстрируют отраслевые достижения и образуют основу календаря ярмарок в Эссене. В программу выставочного центра Messe Essen входят 50 ярмарок и выставок. Ежегодно более 14 тысяч экспонентов, из которых 30% прибывают из-за рубежа, пользуются территорией выставочного центра, составляющей более 100 тысяч квадратных метров. Messe Essen имеет прямой доступ к одному из крупнейших и прекраснейших городских парков Германии – Груга-парк. Примыкающий курзал предлагает своим гостям идеальное сочетание бизнеса, фитнеса и велнеса. В ближайшем окружении расположены отели всех категорий, до которых можно добраться за несколько минут на метро или пешком. Ярмарка коротких расстояний. Удачно вписанный в территорию ярмарки CCE, Congress Center Essen, является идеальным местом проведения конференций, конгрессов, совещаний, массовых мероприятий. В 60-х годах Beatles и Rolling Stones привлекали сюда многочисленных поклонников. Сегодня зал Груга-Халле – одно из самых легендарных в Германии мест проведения всевозможных концертов и крупных мероприятий. Выставочный центр в Эссене заложил основу для будущего. Здесь выставки-ярмарки проходят и особенным образом. Обширное пространство для инновационных концепций мероприятий, гибкая выставочная логистика,
По-разному используемая территория под открытым небом и галерея с ее особой атмосферой превращают мероприятия в Эссене в незабываемые события. Но взгляд по-прежнему устремлен вперед, и уже открыта новая глава в истории выставочного центра. В 2017 году будет завершено создание нового облика ярмарки в Эссене. Для того, чтобы Эссен и завтра был хорошим устроителем специализированных выставок.